долгожданный ветер перемен в который раз дунул в нужном мне направлении, и я в прекрасном солнечном Дубае, где температура воды и воздуха сводится к оценке 25 градусов, что в наших краях зовется бархатным сезоном. Здесь же бархатный сезон длится полгода, что приводит неописуемый восторг многочисленных гостей и туристов. Дубай знаменит роскошной, праздной жизнью, а в основе этого сочетания лежит слово «праздник». Мои декораторские способности, к моему великому счастью, пришлись по вкусу здешним организаторам, и я приглашаю вас посмотреть, как ведутся приготовления к детскому празднику. Само же мероприятие, как его гости, останутся за кадром по причине конфиденциальности, но я искренне надеюсь, что некоторые декораторские приемы и оформительские идеи будут вам интересны. Supposed to do it. Let's do it right now, immediately. Let's go. Let's go. Тогда я ухожу, уходите на тот край. Она же туда сойдет. Can we have the treasure hunt graphics? Okay, thank you. Now. Обратите внимание, как украшен Танди-буфет.
артисты готовы. Number three, mic number three. One, two, check. Всем известна фраза «Не так важен праздник, как его предчувствие». Работа по организации данного праздника длилась несколько дней. И если вам понравился ее итог, пожалуйста, поставьте мне лайк, подпишитесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши дальнейшие творческие встречи. А также подпишитесь на мой видео Instagram Фёдорова_декор английскими буквами. И я вам буду очень благодарна.